Здравствуйте! Снова с вами ваша любимая, может быть, остановка не Британия. Сегодня с вами Артур, Тимур и Артур. Может быть, Артур, да. И может быть, Артур. Может быть, Тимур. Ну, насчет... Просто, ну, я не привык Тимура видеть в таком одеянии, назовем это так. Что-то в тебе изменилось, Тимур. Знаешь, что это одеяние значит? Это значит, приготовься. Скоро начнется. Так. А ты означаешь, что сейчас мы поедем. Так, ну тогда поехали. Что я могу сказать? Есть такая интересная новость из Индии, далекой прекрасной Индии. Младенца в Индии женили на собаке из-за плохой приметы. Необычное предложение поступило от деревенских старейшин после того, как у мальчика вырос первый зуб. Ко всеобщему ужасу он появился не из нижней десны, а из верхней, что в Индии считается дурным предзнаменованием. Местные жители верят, что в этом случае ребенку угрожает смерть от лап тигра, и спасти его может только свадьба с собакой. Представь, как сложилась бы личная жизнь Шуры. Ну, за судьбу ребенка может быть спокойным, потому что вот отец ребенка заявил, что свадьба с собакой не помешает спустя годы повторно женить сына уже по человеческим законам. То есть женят на второй собаке, но уже по человеческим. Уже как бы деньги собрали, родственники собаки. Это реально такая страна, где очень много всяких дурацких... людей. И нет, фильмов. Людей, да? На самом деле, там очень много. Ну, не знаю, как дурацких, но очень много всяких дурацких законов, дурацких, я не знаю, каких-то обычаев. А ты замечаешь, вот какие ты знаешь индийские обычаи? Я знаю, расскажи индийские обычаи нахождения родственника по родинке. Может, собаки с точкой на лбу. Вообще, в целом... Вот они вот так рождаются. Индианки, да, вы не понимаете вообще предназначение этой точки. То есть ты подходишь к девушке, если хочешь познакомиться, ты говоришь, можно с вами познакомиться? Если включается зеленая точка, становится, тогда можно. Если красный, то нет. Если такая, то приготовься. Да, это приготовься, да. Хорошо. Пожелаем Индии, чтобы... дальнейшего Индии... процветания, так да. Назовем это так. Танцев, песен и... поменьше зубов с нижней десны. Да, хороших озвучек, драк в фильмах. Вот так. Ну, переходим к другой новости. Переходим со звуком. Мужчина ограбил дом, съел еду из холодильника, а украденные деньги пошел тратить в ресторан. Он остался очень... еще немножко голодным. Это был очень пустой холодильник, наверное. Просто реально, да, вы представите эту себе ситуацию. Заходишь, вор... Заходит вор, так, коньяк, спокойно раскрыл. Начался так, чтобы не нервничал, да, так, сел. Зажег свечи. Зажег свечи, да. Что-то скучно. Алло, Анжела, подойди, пожалуйста. Начал рассыпать по комнате лепестки роз. Под музыку Эннио Морриконе. Под Хагалегова. Сочи. Это было в Сочи. Собственно говоря, это был сам Мурат. За тебя, Колыма, да. Это новый клип Мурата Тхагалегова только что мы придумали. Снимали. Друзья, на самом деле, вот это такая новость... где вор что-то ворует, украл, да, ну вот, и мне вот само по себе как-то вот напевается такой мотив, я не знаю, знаете ли вы эту песню, там что-то украл, ты... Почку. Почку мою, да. Ну, почка что-то... была что-то. Нет, там было это что-то... Это гимн донорской организации в семье. Нет, песня есть такая, замечательная песня, на слова и музыку Султана Айгази, называется песня «Украл сердце мое». И ее поет замечательный человек. Это Султан Айгази, мой хороший друг, и сегодня он пришел к нам. Я бы хотел его пригласить, если можно. Итак, у нас сегодня в гостях Султан Айгази. Под ваши аплодисменты. Синхронные аплодисменты. Укради скорей. С давних времен люди крали сердца. Да. Добро пожаловать к нам. Здравствуй, Султан. Остановился на нашей Британии. Я смотрю, ты сегодня в образе тоже, да? Ну да.
Кстати, у меня борода была еще подлиннее. Ну, когда тебя начали кидать мелочь на улице, ты решил ее прибить, да? Не Британии. Решил не привлекать к себе внимание. Ну, как у вас дела? У нас хорошо, мы с удовольствием дождались тебя у нас на передаче, на нашей остановочке. Приятно тебя с нами видеть. Может, начнем хвалить сразу Султана, да? Вот это же такая традиция наша. Мы всегда с этого начинаем. Да, как бы, ты молодец. Это лучшая похвала. Все. Так, разве? Не, на самом деле... Да, Султан для зрителей очень известен. И на Кавказе, в частности, в Дагестане своем родном, как автор и как исполнитель многих-многих хитов. Я больше того скажу. Если бы он снимал кино, он был бы как Джеки Чан. Понимаете, он и режиссер, и актер. И сам бы исполнял. Ты в своих песнях исполняешь какие-нибудь там трюки? Сколько переломов у тебя во время съемок клипов? Ну, практически переломы бывают такие внутренние, душевные. А были ли случаи какие-нибудь у тебя на сцене, какие-нибудь такие вот, чтобы ты, не знаю... Курьезы? Курьезы. Ну, были очень много интересных было моментов. Вот недавно был очень смешной момент, который я не могу рассказать. Очень хороший момент, спасибо. Замечательно. Самый таинственный в мире певец Султан Айгази. Я хочу вам много всего рассказать, но это не делать. Да, уважаемые зрители. Это примерно так. Я придумал новую песню, но я вам никогда не узнаете. Но вы ее услышите. Я представляю твои концерты сольные. Добрый вечер, и ушел. Нет, выходит конферансье. Это все должно быть красиво. Это Айгази, Султан Айгази. Это большие концерты. На самом деле, красиво. Выходит конферансье. Под заставку какую-нибудь такую, та-та-да-да, ну, сделать заставку эту. Это 20 век фолк. Сегодня на нашем концерте был Султан Айгази, только что он уже уехал, давайте ему похлопаем, до свидания. И такие зрители, знаешь, ценители Султана, очень талантливый певец на самом деле. Потрясающе. Как, и бросает как он это цветы. Делает? Как он в этот раз приехал, да? Да. Не появившись на сцене. Резкий. Как в Дагестане говорят. Как в Дагестане говорят? Четкий. Собственно, так у него в странице ВКонтакте написано четкий Султан. Мне кажется, в Дагестане вообще проблем с зумом не бывает. То есть там всегда проблемы с контактом. Он идет один, а не мечтает, и другие мысли ему не нужны. Понимает он, что не скоро светает, в городе, где люди теряли мечты. Султан, мы хотим, чтоб ты с нами стала моей женой. То, что всегда было рядом. Ну, до этого зеленоглазая в жизни так не влюблялся. Я просто знаю, что друг другу сейчас это спели, у меня вопрос просто. Да, пока у нас была рекламная пауза, друзья, давайте еще раз. Благодаря тому, что я сейчас пропиарил эту песню, очередные $500 по бюджет нашей передачи упали. Спасибо, Султан. Я не верю в это, я эти $500 никогда не видел. Султан, новая песня. Пока наш разговор не превратился в... Сыр-бор? Да. Ну, дракой мы, конечно же, закончим в конце, да. Как ты любишь. Все, как ты любишь. Ну, ходят слухи, что у тебя все концерты так заканчиваются. Мы сегодня хотим вот вместе, да, поговорить об интересных, знаменательных людях. И речь пойдет не только обо мне. Вот новость, есть такая новость, давай ты ее зачитаешь нам. Окей. Такой... Она на экране. Возьми экран в руки, да, вот так вот. Это сразу принтер готов, понимаешь? Какой классный ноут. Кстати, твой. Житель США арестован. Кстати. Спасибо за предоставленную. Спонсор передачи. Айгази Султан. Спонсор передачи невнимательность Султана. Так, житель США арестован за агрессивное обращение с арбузом. Так. Я не буду читать это дальше. Я не могу. Ну, в общем, в США 49-летний житель Коннектикута, штат такой, США, был арестован за угрожающее поведение. После того, как он разрезал арбуз в пассивно-агрессивной манере.
сообщает The Register Citizen News. Тут тоже такой оптимистический конец. В результате Кармин Сервелину был задержан по обвинению в угрозах и нарушении общественного порядка. Позже его освободили под залог $500. Так вот они где это. Те самые $500. Они решают любой вопрос в Америке. Если ты зарезал арбуз, $500. Я тебе съел гиру, все $500. Эти $500 многое решают и у нас в Черкесске. Да. Друзья, хорошая новость. Интересная, веселая была. Давайте теперь не будем читать следующую, почитаем. Я пришел на передачу без гонорара. Более того, это же первый гость, который сам заплатил, чтобы приехать на нашу передачу. $500. Да, и зарезанный арбуз вон там лежит. Давайте сейчас перейдем к нашей постоянной рубрике, которая называется «Удиви ближнего малыша». Удиви малыша. Нет, она никак не называется, и это принципиальная позиция. Она никак не называется. Окей. Суть этой рубрики мы будем задавать быстро. Это посвящение вне британцы. Мы будем, задумываясь, задавать тебе вопросы, а ты, не задумываясь, должен на них быстро, очень на них быстро ответить. Да, да, да. У тебя на все про все одна минута. Окей. Ты готов? Да. Скажи какое-нибудь дурацкое слово. Жвачка. Вот так вот. Поехали. Кто любит сыр Хохланд? Хохлы. Где отдыхает Джордж Буш? В Джордж Буше. Дагестанский супергерой. Джорджи. Айгази. Айгази мэн. Как зовут жителя Гондураса? Гондольер. Любимая песня Сергея Зверева. Как она была? Как она была? С да, какой да, планеты да, же да, она это быть? Кавказ. После сольного концерта в Дагестане у него эта песня. С какой планеты Жанна Агузарова? Ну, с Марса вроде все знают. Самое интересное слово в мире. В мире. Что болит у Киржакова? Болельщики. Твой любимый одноклассник. Контакт. Где ты проводишь пятницу? Пятницу готовлюсь к кукендам. Кукендам. Да. Куюк. Кто создал Приору? Природа. Природа не могла создать. Как попросить курить бамбук? Закурить камыш. Как африканцы отмечают день рождения вождя? Сжигают его. Почему? Любимая песня Киркорова. Ой, на, ой, мамочек, дымщик. Я хочу, чтобы ты стала моей. Тоже правда. На чем ездил в детстве Вин Дизель? На дизельном Таурыке. Как зовут младшую сестру Бабу Яги? Баба Рука. Почему у тебя в комнате висит портрет Шрёдера? Я же сказал, я наблюдал за выборами на Украине. Как назвать магазин по продаже мокасинов? Дагестанец. В кого по ночам превращается Тимати? В дагестанца. Где больше всего оленей? В этом... Как это называется? Нет. Была такая страна оленей. Оленей. Где ты проводишь пятницу? В Небритании. Молодец, ты справился. Пятница ты была сделал очень это на 5 с плюсом. Давай зачетку. Да, мы теперь тебе поставим... Волосатый зачет. Волосатый зачет. Это в парикмахерстве. На самом деле, в продолжении вот этой всей темы институтской, нам хочется поговорить с тобой о тебе. Начнем издалека. Когда ты начал петь? Петь начал очень давно. Я помню, наверное, в годика 3 я подошел к старшему брату, который сидел за роялем и играл. В те далекие 1917 годы. Да, кстати, старший брат меня старше на 14 лет. Вот я подошел и начал подпевать ему. И вот я думаю, я тогда начал петь. 3 года. В 3 годика, да. А вот есть у нас такая информация, что, я не знаю, это правда, нет, ты нам как раз расскажешь, что вот первую песню, которую ты спел на сцене. А, ну это другая дата, да, конечно. Да, есть
такая вот какая-то история у тебя, может, ее навязали. Какая что песня, за... вспомнишь? Что вообще за песня, где это было? Ну, впервые, я не знаю, какую историю вы слышали. Нет, у нас есть такая информация, не знаю, что ты первый раз спел Николаева, Игоря Николаева, где-то то ли... А, ну, так это было в школе. Мы застали тебя врасплох. Вот сцена была? Расскажи, да, это было в школе, я тогда не был султаном Айгази. И в чем ты провинился, кем, что кем тебе пришлось петь Я тогда Николаев? Был просто султиком. Ты провинился? Почему Николаев? Или у тебя рано росли усы? Ну, мне понравилась песня «Благословляю этот вечер». Это, видимо, про первый поцелуй? Нет, это про благословленный вечер. Да, кстати, про первый поцелуй. Все, я больше ничего не помню. Мне напеть эту песню? Не, просто расскажи. Там, мне кажется, впечатление. Почему я спел эту песню? Не почему, да, даже почему, как бы, ну, для Дагестана выйти и спеть Игоря Николаева — это верх мужества на самом деле. После этой песни у тебя поклонники на минус пошли? После этой песни я пел «Тополиный пух» Иванушек, на самом деле, уже в 7 классе. Николаева я спел в 5, в 6 спел «Орла». Группа «Белый орел», точно. Французской, хруст французской булки. Как «Упоительный в России вечера». То есть уже и тогда я понял, что нельзя петь чужие песни. И поставил цель, что я буду исполнителем авторских композиций. Отлично. Да, я в 8 классе я спел, кстати, еще раз использовал репертуар группы «Белый орел» и спел песенку уже... как «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Вот так. И вот тогда-то, в 8 классе, началось твой поход за сердцами девушек Северного Кавказа. Ну, есть же такой, вот, я думаю, вопрос этот возникает. Вот тебя зовут, вот сейчас официально скажут, как тебя зовут, да? Как меня зовут? Да. Ну, мы все знаем, что Султан. Ну, просто... Султан Айгази Хазрет Ляри. Полная. А проект «Султан» появился, вот как возникла эта идея, почему «Султан»? Ну, потому что заранее продумывалось то, что будет шоу-балет «Гарем». Это так, было, это, началось с «Гарема» изначально. Это было общей идеей, то, что создастся шоу-балет. Тебя кормили виноградом во время этого пения? Тогда... Ну да. В одном из первых клипов, который сегодня... Я стесняюсь показывать людям. Нет, в принципе, его даже сегодня, спустя многие годы, можно увидеть на некоторых каналах. Культура. Да, там я ем виноград и пью из кубка. В этом мире жизнь дарит жизнь, пусть мой голос дрожит. Нет, не поздно, скажи, отец, спасибо за жизнь. Султан, ты же талантливый человек. Я за него отвечу, да, очень талантливый человек. Спасибо, а сейчас теперь ты будешь за него все время отвечать. Это выйдет дешевле. Вообще, талантливый человек должен быть талантлив во всем. И вот такой к тебе вопрос. Никогда не хотел попробовать себя в роли ведущего новостей. Почему бы и нет? Не, на самом деле, знаешь как, есть... Во время эфира ведущего новостей, знаешь, да, они когда ведут новости... Да, происходят всякие курьезы. Потому что есть суфлер, который может выдать абсолютно все. Да, и ты должен сохранять хладнокровие, ты должен читать новости. То есть, читая новости, и ты читаешь эти буквы, и там вдруг... Вдруг что-то не так, да. Ты должен писать, а теперь давай писать. Редактор начал писать что-то не то. Ну, мало ли, да. Или заранее что-то не вбил. Может, у него проблемы вот с русским момент, языком. Вот этот момент, где в Брюсе всемогущем. А-ля-ля-ля-ля-ля. Да-да-да, он должен все равно это сказать. Короче, давай представим вот такую ситуацию. Ты сейчас, на данный момент, ведущий новостей. Попробуешь себя заодно. Попробуешь заодно. И, как сказать, вот... Очень серьезный канал. Суфлер. Я буду суфлер. Надеюсь, у меня в детстве не было такой клички, это чисто сейчас. Подожди, ты будешь поймешь. Мне показывать текст? Да. Текст, да. Очень серьезный канал, ты очень серьезный ведущий. И что бы там ни случилось, ты должен сохранять свое лицо, как бы, и несмотря на то, что и ты видишь. Но говорить читать то, абсолютно все, говоришь, что ты. Там написано. Читать, ага, абсолютно понял. То, да, не уходя от текста. Ты готов? Нет. Отлично. Я за тебя отвечу, да, он готов. Отлично. Я делаю это не первый раз, с удовольствием. Так, ну тут вступление. Тям-тям-тям-тям-тям. А в эфире новости. Та-дам. Поехали, да? Здравствуйте. В эфире новости. В студии Фатима.
Султан. А ведущий, как я сказал уже, Султан. Вчера в 21.00 на человека напал кефир. Вчера был задержан. Неизвестный никому певец. За тебя Колым отдам. Господи. Хватит петь мои песни. Это не озвучивается, это Мурат. Новости культуры. Бубалех. Что? Бубалех, говорю. Северный олень. Сам такой. И че? Бубалех. Шла Саша по шоссе и сосала Бубалех. Бубалех. Кондратий. Первый схватил меня за ногу и стал первым, кто схватил меня за ногу. Любовь к Тимати настигла меня внезапно. Джигурда. Съел корейца, отомстив за рыжую собаку. В эфире был Султан Айгази. Да, я прям, если честно, я в шоке. Я понял, в чем фишка. Давайте поаплодируем. Да, Султан. Мне как суфлера было намного тяжелее, чем ему, по-моему. Нет, да, как ты сохранял хладнокровие? Ты прям находка для всех информационных телеканалов. Я бы взял тебя ведущим новостей и с удовольствием платил бы тебе зарплату. А я бы без удовольствия. Но платил бы. Айгази, вот как ведущий ты уже состоялся, как ведущий новостей. Видно, сразу талант есть. Но мы знаем, что это неспроста. Мы тут подкопали одну информацию, выкопали так, из недр интернета. Что это еще? Интрига, что же это такое? Что же я делал? Сейчас перебираются мысли, убил крота, нет, что там? Ты играл в КВН. Да. Мы все знаем о тебе. В КВН играл каждый. Я думаю, что каждый человек в своей жизни хоть однажды поиграл в КВН. А есть те люди, которые играют в КВН до сих пор. А кто не играет в КВН, тот злой, отвратительный человек. Или, как говорят китайцы, тот смо. Ты хочешь всем искать? Ну, это в Москве, да? Как Маслякову понравилось бы. В Москве. Ну и в Москве. Вообще в Москве меня радует, потому что у кавказцев там две любимые телепередачи, через которые могут получить популярность. Это КВН и «Дежурная часть». Я рад, что ты первый вариант в твоем случае, он получился. Ну вот расскажи об этом периоде. Я знаю, что ты там создал свою команду КВН. Она называлась Нестеровка, я это напоминаю. Да, да, на самом деле КВН в моей жизни начался с Кавказа, с Махачкалы, с команды КВН, с Внуки Гор. Да, такое вот интересное название. Внуки. Почему Гор? Внуки? Потому что мы были очень... Уже была команда Деды Гор? Да. Отцы Нет, Гор? Были дети. Внуки. Была команда КВН нашего педагогического университета дагестанского. Она называлась Дети Гор. И некоторые из них помогали нам то есть штурмовать, писать шутки. То есть взросляки, как их называли тогда. И сейчас их так называют. Мы сейчас, наверное, назовем их старшие, да, сегодня уже. Султан, на самом деле, учитывая, что ты играл в КВН, у тебя развито очень хорошо чувство юмора. А, это вы сейчас юмора. Не про КВН хотели это... сказать. Не-не, почему? Сдалека... Просто, да, я жду этой не... каверзности вашей. Не, у нас передачи вообще нет каверзности, давай. Начнем. Не, на самом деле, как вот, ну, игрок КВН, как человек, который умеет пошутить,
и не только над кем-то, он может, конечно, конкретно вошить и над собой. Вот, ну, у нас вот такая вот есть к тебе такое задание. Но в общем, ты должен быть... смешно прокомментировать свои фотки. В общем, да, смешно прокомментировать свои фотки. Мы будем тебе их открывать. Вот у нас есть гений IT-технологии. Его зовут Артур Кинчишаов, который умеет пользоваться пятым нашим членом команды. И даже Билл Гейтс абонент перезвонить теперь сам. А мы попытаемся тебе как-то помочь. Вот, так. Оу. Да, вот так вот. Так вот. Мы, как видишь, изрядно порылись в твоей жизни. Вот фотография. Как бы ты ее прокомментировал? Это был тот момент, когда ты любил спать стоя. Это очень скучная собеседница. Ну, во-первых, собеседник, наверное. Ну, мы вместе спать и общаемся с кем-то. Вот. И я... А, это Патимат Кагирова. Да, это Патимат Кагирова. И я не совсем помню. Ты не узнал ее? Нет. На самом деле? Нет, серьезно, не узнал. Причем меня поражает... А парня рядом с закрытыми глазами узнал? Не, вот этот вот, я его часто видел, этого человека. И ну, вот именно вот этот персонажа, где было всегда подписано «Узбагозия». Да, кстати, да. Я просто выпил узбагаин. Или, может быть, я очень сбагойно себя чувствую рядом с Патимаркой Гировой. Причем меня поражает, как ты вот спокойно или... Причем меня поражает, как ты спокойно и легко держишь кулер. Огромную бутылку от воды. 5-литровый. Кстати, он здесь уменьшился, стал 3-литровый. Уникальный кулер. Да, и, скорее всего, это картинная галерея, потому что вот квадрат Малевича мы замечаем. Да, это вообще первый фокусник, который придумал фокус «Я невидимка». Почему? Закройте глаза. Почему? Видите, вы меня не видите. Бак для кулера ты называешь кулером, Артур. В общем, я себя очень сбагойно чувствую с Патимат Кагировой на этой фотографии. А их много. Давай так, идем дальше. Вот. Как называется эта фотография, Султан? Эта фотография называется... Брат, здесь будет играть лезгинка. Я сказал, здесь будет играть лезгинка. И мы будем танцевать лезгинку. Это происходило в Москве на международной выставке. Главной телевизионной выставки нашей страны. И что это фотография, можно потрогать? Обратите внимание, у нас пальцы на одном шейкере. Шейкер же называется, да? Я даже представлю, как у вас пальцы соприкоснулись, и вы после этого восторженно смотрите друг другу в глаза, как в американских фильмах. Включается романтическая музыка. Да, и здесь играет Only You. Нет, тут играет опять же Хагалегов. Мы не в одной тональности. Давай еще в одну тональность. Only You. Ну, вот такой музыкальный аккомпанемент. Переходим к следующей. Нет, ладно, это ужасное фото. О, боже. Веселый клавишник. Белый мой рояль заиграл в ночи. Я пошел таскать там. Это Айгази крутой. Надо это назвать. Мог бы быть новый проект. Надо назвать следующий альбом, как минимум. Обновление. Альбом крутой. Султан крутой, Хазрет Лери. Нормально? Очень круто звучит. Давайте дальше. Ну, это очень смешная фотография. Я понимаю, что вы ее отобрали только потому, что я здесь тоже узбагоительный. Да, сбагоен рядом со своими коллегами. Это вот я вижу Аслана Гусейнова. Чуть это вообще фото называется «У меня единственного растет щетина». Только у меня идут щетина. Вот это Марина Алиева. Так что, Марина, завидуй мне. И проект Мисти посерединке, Маринка Мисти. То есть две Марины. Вот. И Нариман, тот, что между Маринкой Мисти и мной, это диджей Нариман. Тот, что в проекте Мисти. Вот. Очень круто. И парень, сбагойный парень справа, это... Прошу любить и жаловать. Султан Айгазиевич. Хазрет Лери. Обратите внимание на лицо человека, загадывающего желания, Аслана Гусейнова. Учитывая, что... Ладно, поехали. Вот здесь расскажи, кто эти люди. В общем, получилось так, что... Я побрился. Как получилось, что ты решил сфоткаться на фоне Жванецкого? И Гордона. Вообще-то это Кутузов со вторым глазом, как я понимаю. Так. Судя по форме, нет? Или... Нет, это вообще-то это французская форма. Это Наполеон. А, это Наполеон. Наполеон? Да.
около посольства Российской Федерации. Все-таки российско-французские отношения пошли в гору. Он просит, да, он просит... Милостыню. Нет, он просит, как это называется? Он просит не фоткать его. Или, по-моему, судя по его лицу, очень давно. Политического убежища, да, в России. В Российской Федерации ищет политического. Меня ужасного в 2005 или 2004 году, 10 лет назад, вы нашли, конечно, да, небритым. Тогда у меня... И бриться мне особо не надо было. Не было. Тогда было больше времени на то, чтобы делать хорошие фотографии. Не переживай, да? Даже в 2014 с ужасной прической. В 2014 многим не надо до сих пор бриться. Ну, мы договаривались, что прекрасная ты... фотография. Посольство России. Поехали дальше. Фотография, на самом деле. Кстати, в Париже. Еще я в майке, господи. Я надеюсь, больше нет фотографий в майке. Ну, что я могу сказать? Фитнес-зал это мое. С воспитанником нового... Фитнес-зал Грозный. Кстати, это, по-моему, первое собрание на Машуке, первый лагерь, первый форум. Первый форум Машуки, человек забыл с собой взять одежду, кроме вот этой, да? Нет, скорее всего, фотография называется «Я и гопник, который отнял у меня одежду». И на фоне снова Лолиты. Вот на заднем фоне у тебя постоянно возникают интересные звезды российской эстрады. Лолита Милявская ты имел в виду? Да. В шапочке. Ну, здесь или ты не... ее где-то в лесу здесь... видел? Здесь она особо не Милявская. Законченное предложение. Поехали дальше. Конец тренировок. Вот. Последствия долгого нахождения в одноклассниках. Мне кажется, это первая, знаешь, премия за первый музыкальный успех. Веселый стакан. Такой какой-то... Это вот как раз отдельного... Что бы он сказал? Такой вручающий человек веселый стоит. Ну что ж, премия веселый стакан. Вот это. Ну как? Расскажи, что ты сказал. Это пивная знаменитая кружка. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом. На самом деле, это не только мое достижение. Да, да, да. Обязательные слова. Это достижение... Мы все вместе этого добились. Это спасибо моим родителям. Спасибо. Спасибо Тамаде за предоставленное слово. Кстати, вот если вот это... Давайте. Поехали. Идем дальше. Кок 2 фильм смотрели? Это ты насмотрелся фильма со Стивеном Сигалом «Захват». Ну, не знаю, что сказать про это. Что готовил? Фотографию. Готовил что? Так или как... ты просто носил слева направо, да, эти сковородки? Ну, готовить я не умею. Мне кажется, резко неожиданно кто-то крикнул. Айгази, он повернулся, испугался. На кухне кто-то есть, кроме меня. А под рукой были только сковородки, да, защищаться? Может, он втихаря выносит с кухни посуду? Подворовывает. Дорогая посуда, там именная какая-нибудь. Я подрабатывал на самом деле, просто об этом никто не знает. Так. Я и шеф-повар тоже, как ты говорил. На самом деле, очень позитивная фотка, под которой начинает разговаривать мой желудок. Итак, идем дальше. Окей. Так. Цесу-цесу. Ну, это бурная молодость. Это, кстати, шоу-балет-гарем. Начало. Мне кажется, даже это не шоу-балет, это гарем. Они стали шоу-балетом после того, как с тобой познакомились, да? Вот, ну вот, когда вы все вместе вот это объединились, собрались. Они в курсе, видимо, что они твой гарем вообще? Видимо, какой-то... Они в курсе, что они шоу-балет? Да. О культуре. Вот из этой серии были удачные фотографии. Почему? Это самая удачная фотография, которую мы нашли. Тут только ты довольный, почему-то они нет. Ты не понимаешь, что тут удачные не котируются. Для Небритании я понял, что нужно. Едем дальше. Ну, Колян. Смотря на эту фотку, я спокоен за демографическую ситуацию. Это маленький султанчик. Мне нравится борода Деда Мороза. Мне кажется, он Maybelline от рекламы мне напоминает. Пантин Прави, такая шелковистая борода. Мне кажется, Снегурочка ему завидует, в принципе. Кстати, как говорили КВНщики, одел бороду на бороду, да? Да, что-то двойная борода такая получилась. Вот, большой привет, на самом деле, этому учреждению. В этой школе проходил благотворительное мероприятие. Uh-huh. Вот, я всем этим детишкам передаю огромный привет. Присоединяемся. Все, это, А что за школа? У многих из них как бы не очень легкая судьба в этой жизни. Вот. Поэтому больше позитива этим людям. Они на самом деле очень позитивные. Дай бог им большой счастливой жизни. Они заряжают энергией, когда попадаешь к ним. Любви не только между
Тут остается только взять и пожать тебе руку, что ты вот такой. На самом деле. Большое тебе спасибо, Александр, за то, что ты делаешь такие благородные жесты. А мы пойдем дальше. Султан, учитывая, что ты наверняка очень много девушек зацепил, так сказать, разорвал сердца, я не знаю, забрал, украл сердца девушек своим великолепным пением, голосом, я вот предлагаю, вернее, мы все вот тебе предлагаем, что бы было бы, вот смог бы ты это сделать, вот не имея вот этого сейчас своего имени, да, вот без возможности петь. Есть девушка у нас в республике, с которой еще никто не смог познакомиться по телефону. Да. Я даже не знаю, как ее зовут. Продерживаясь максимум. Ей 64 года. А может быть, ей 18. Ну, в общем, она красивая, ее кто-то один раз в жизни видел и каким-то образом заполучил номер. Лет 18-64. Короче, мы хотим, чтобы ты позвонил девушке и... Продержался 2 минуты. Больше, чем 2 минуты. В лучшем случае познакомился. И делать это, при этом тебе нельзя петь. Ну да. Это твой козырь. Я опять не согласен. Ладно, поехали. Ну, тут, видишь, ты знака вопроса не было с нашей стороны. Алло. Алло, добрый вечер. Какой приятный голос. Ну, видимо, я не туда попал, но в этом нет ничего страшного. Раз ваш номер есть у меня в телефоне, значит, значит, мы с вами когда-то созванивались. Меня зовут Магомед. Не знаю, ну, может, может быть, вы меня вспомните, потому что я набирал когда-то ваш номер. Раз я сейчас набрал и есть. Помню, а как вас зовут? Фарида. Так, ну, давайте будем тогда знакомы. Меня зовут Магомед, вас зовут Зурида. У вас приятный голос. Спасибо. Я могу увидеть вас когда-нибудь? Алло. Алло. Ну, понятно. В общем, я сейчас на записи одной телепередачи. Я думаю, что уже прошли 2 минуты. Блин, не прошли, оказывается. Ну, смысл в том, что, Зурида, я сейчас вам обязательно перезвоню. Я думаю, что мы с вами увидимся. Вот. А зовут меня Магомед. Я смог с вами познакомиться. И мне очень приятно. Всего доброго, спасибо. Обнимаю, целую. Пока. Ну... Ты просто сломал сейчас человеку мозг. Ты передачу обнимаю, целую. Столько информации, она даже не успела тебе сказать, да пошел ты. Да, у нее сейчас... Она не хотела этого говорить. Вместо того, чтобы ты съел ей сердце, ты съел ей мозг. Самое главное сказать правду. Я украл я твой мозг. Самое главное сказать правду, сказал Магомед. Давайте его послушаем. Магомед! Очень честный Магомед. Поехали. Раскрывайте ваши горизонты. Увидимся в следующую субботу. С вами была не Британия. И это не конец. Ты так просто от нас не избавишься. Ты бы очень хотел, наверное, от нас так сбежать, но мы тебя просто так не отпустим. Нет, я просто хотел порепетировать, получится ли у меня закончить передачу. У тебя прекрасно получилось, но закончить не получится. Вот, закончить у тебя получится только тогда, когда ты нам споешь. Да, мы подготовили тебе... Потому что все-таки основная причина того, что ты здесь, музыкальный антракт, так называемый. Так, давай мы сначала подглядывать не будем, друг мой сердечный. Мы, как бы, вообще, хотелось бы... Мне кажется, он заговорил на португальском. Султан. Не раньше. До записи этой передачи я любил твою улыбку. Я любил свое имя. Я любил свое имя, да. Не. Я любил свои фотографии, кстати. Я любил свое творчество, я любил свою жизнь. Тебе твою жизнь. Я представлю, как будут. Теперь я обожаю догорать фотоальбомы во дворе султана. На самом деле,
падающие листья. А, я думал, он сейчас начал медитировать. О, не, я думал, он представлял идеал свой. Все, так, тихо. Я же говорю, медитировать. Пусть приколы не Британии обойдут меня стороной. В нас, в смысле, люди в студию так и заходят. Пожалуйста, хоть бы сегодня, если бы было хорошо. Не было желтого пиджака. Давай так начнем. Дагестан. Страна чудес. Прекрасный край. Не только твоя родина, и не только родина всех жителей этого прекрасного места. Ты приехал к нам из солнечного прекрасного Дагестана. Давайте я скажу про Дагестан. Ребята, у вас, видимо, проблемы с этим. Нет, у меня нет проблем. Дагестан – это страна гор. Так. Страна. У тебя тоже с этим проблемы. Короче, тихо. Собрался анонимный клуб, у которых проблем с Дагестаном. Султан. Пока постанывает Артур, давай продолжим разговор. Давай. Пока не закончился последний кислород. Закуривай себе. Все, друзья, давайте. Да, все. Я только что посмотрел свою черепную коробку. Итак, начинаем заново. Поехали. Султан. Это серьезная аналитическая передача. Давайте посерьезнее. Айгази. Все, давайте. Султан, ты приехал к нам из солнечного прекрасного Дагестана с невероятно добрыми и гостеприимными людьми. И вот я хотел бы спросить, как вообще вот живется в Дагестане? Прекрасно. Живется в республике, где самый древний город в России. Официально такой вот есть Дербент, все его знают. Самая древняя крепость. О Дагестане можно рассказывать бесконечно. Я думаю, что в рамках без Британии мы, наверное... Британии, прошу прощения. Извини. Как ты мог? Без Британии, что это было вообще? Это когда ты дома, когда ты не тут. Это без Британии. А здесь не Британия. Я представляю, как бритвы задрожали, когда ты это сказал. В общем, Дагестан, наверное, это отдельная передача, которую мы будем снимать в Дагестане. Дагестан – это родина не только твоя, но еще... И не только твоя. Не только твоя. Это родина таких... так скажем, творчески модернизированных российских автомобилей. С творческим подходом ты имеешь в виду, да? Вот так вот, да. Согласен. Я надеюсь, ты говоришь сейчас не только об там, каких-нибудь посаженных приорах. Я говорю именно о них. Да? Да. Просто у нас бывает, разрезают Мерседесы BMW и делают перед, бывает, Мерседеса, а вот задняя часть машины BMW. Такой котопёс вот своеобразный. Котопёс, да. Вот так вот. Они пробовали Приору совместить с Мерседесом? Не совмещается. Это там все разное. BMW, Мерседес, начиная с состава металла. Не приживается металл. То есть этот никчёмный Мерседес никак не приживается. Конечно. Сторона Приоры начинает гнить. В природе. Причём дело абсолютно не в совмещении, просто. Да, просто начинает гнить. Как рыба сгниет с головы. И вот, да, мы хотели как-то на такой веселой нотке закончить нашу передачу. Я же что слышал, приоры. В Приоре же часто включают твои песни. Угу. И мы предлагаем включить в тебе песню Приоры. Так. Очень звучит. Ну, все понял. То есть этот текст, который я подглядывал, это получается... Ты что-то тут подглядывал? Ну, ну да. Не, на самом деле у нас есть песенка. Под одну из твоих знаменитых песен. Это моя песня. Это не твоя песня, но мы оставили мотив, ну, немножко изменили аранжировщика, и ты сейчас в этом убедишься. И слова. Немножко изменили, прям, в частности, поменяли людей просто. Прям создали аранжировку? Да. Круто. Создали, ну как, сейчас на твоих глазах она создастся немного, да, неумелыми, корявыми моими, ага, ну, руками. То есть под аккомпанемент. И, да, и вот благодаря гитаре, которая называется Августа. А в августе... Султан, скажи нам, ты готов спеть эту песню? Что это за песня? Объясните. Эта песня Априора обращается к вам, жителям Дагестана. Такой текст, импровизированный текст на мелодию песни, которую ты пел в дуэте с Мариной Алиевой, называется она «Украл». «Краденое сердце» – настоящее рабочее название. Да, да, это моя авторская песня, но как мы совместим? Я предлагаю тебе ознакомиться. То, что я вижу сейчас на листочке с тем, что совмещается. Я написал. Я проверял, я совмещал вчера вечером это все. Как Mercedes BMW совмещаются, так же и эта песня. Ага. Тут такая хитрость. Вы серьезно?
Да, нужно спеть эту песню, потом, а я попытаюсь тебе как-то подыграть гитарой. Да, в общем, краденое сердце, но только от имени Приоры, да, сейчас? Да, мы... Песня посаженной опущенной Приоры. Опущенной Приоры. Как-то летом в Хасаюрте, помню, ты меня купил за арбуз и пачку рублей. Только вот меня зачем-то ты жестоко опустил, думал, будешь ездить быстрей. Гнал меня часто по кочкам дорог, украл пружины мои, убрал счастливые дни меня и так отпускал завод, что меня собирал, украл пружины мои, гонял по городу ты меня и так опускал завод, что меня запускал. В гостях остановки Небритания был Султан Аль-Газии. Браво! Только что мои документы на кредит выбросил. Аль-Газии, друзья, ваши аплодисменты. Браво. И поехали под музыку дальше. На приори, в априори я поеду сейчас домой. Давай сюда, вот друзья. Вот теперь наконец-то я могу идти домой. Спасибо от души вам, друзья. Слава Богу. Любите приоры, друзья.